Во-первых, хотелось бы сказать огромное спасибо за гостеприимство. Здесь очень классно. Люди все доброжелательные, отзывчивые, дают нам обратную связь, соответственно, поддерживают нас. Также многие магазины заинтересовались и хотят представлять наш бренд в вашем городе. Все очень классно. Мне правда понравилось. Я думаю, что мы сюда вернемся неоднократно. Казахстанский рынок для нас новый. Мы приехали в первую очередь заключить договора. Есть ряд новых договоров с контрагентами. Надеемся, будем получать заказы. Задумываемся об участии на выставке, которая будет организована этой же организацией в августе. Очень довольны. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Выставка замечательная, доброжелательная, теплая, достаточно насыщенная, с показами, с объявлениями и с большим количеством посетителей, что самое главное. Изначально мы не ожидали, что будет такая реакция на наши вещи. Все-таки мы немножечко отличаемся от того рынка, который я вот сейчас вижу, как он здесь представлен. Но, может быть, за счет этого и получился такой эффект, которого мы, собственно, и ждем всегда от выставок. Большое количество обращений, большое количество клиентов, желающих получать рассылку, получать наши товары. Я надеюсь, что мы, поддержим наш экспортный центр и оправдаем их надежды и их вложения. Обучаемся, в первую очередь, новые веяния моды видим, что на следующий сезон представляет, какая мода идет, следим. И, конечно, очень важно обмен информациями, конференции проходят, опытами делимся. Очень нравится сам формат выставки. Помимо того, что я могу приобрести тот товар, который мне интересен, я могу еще и посмотреть подиум, я могу получить полезную информацию от спикеров. Очень интересная коллекция, которую я готова сотрудничать с ними и в будущем. И сейчас заказ оформлен. Я приехала с города Атырау, меня зовут Айгуль. У меня свои бутики, у меня их 3. Вот хотела открыть еще побольше в торговом доме. Поэтому и приехала. Из Крыма приехали, меха канадские мне понравились. Бутик кожаный. И контакты все взяла, заказала уже бренды для себя. Мы же оптом работаем. Интересно прошло все. Очень полезно, думаю. Не зря прилетела в Алматы с Атырау.